Что же, привет, народ, с вами Феноргот, и это первый матч мой на Кубке Фиферов. Я буду играть против сборной Испании, за которой будет катать Станос. Немного расспрашивал про Станоса у знакомых и так далее. Мне сказали, главное забей первым, чтобы он сгорел. Обычно это также работает и в мою сторону. Не знаю, очень сильно переживаю. Нам пришлось немножко сдвинуть матч по той причине, что у меня стоит PS5 версия. Оказывается, надо было на PS4, я вот ее перекачал. Не знаю, есть ли какое-то отличие, но вообще по сути не должно, потому что играл я когда на One X и на Series X, по-моему, разницы никакой особой и не было. Ой, прям что-то, прям немножко так суетит меня, но это всегда. Я вот когда ездил на турниры и еще прочее, меня вот всегда колбасит перед началом. Мне главное втянуться. Если проиграю первый матч, не сильно, наверное, расстроюсь, потому что, во-первых, Станос очень хороший соперник, а во-вторых, потому что, ну, нужно, так сказать, освоиться, потому что пока я играл только Division Rivals и Weekend League, ни с кем из фиферов и прочее не играл, товарники и так далее. Посмотрим, посмотрим. Фу, погнали. Блин, коннект, конечно, хромает. Растягивать пытается. Первый пошел. Ах, надо собраться. Блин, еще и от меня. Да ну что, прикол какой-то? Понятно. Да, пока все очень плохо у меня. Очень сильно мандражирую. Надо поувереннее играть. Ну вот, блин, вот сам ошибки делаю серьезные. Выхожу прямо на него. Да это что за бред? Да ну куда? Блин, хотя бы удар нанес.
Быстро он реагирует. Фу, блин. Фуф. Уф. Блин, охрененную позицию занял, конечно. Ну, боже, бля! Что я делаю? Ну это пизда. Фуф. Да ну куда? В офсайде сидит. Ох, блядь, ни хрена нормально прессингует. Блядь. Первый тайм, конечно, пипец. Ладно. Другие наушники нужны, мои сели. Очень вовремя. Нормально, нормально, сейчас собраться надо. Да ну как проходит-то? А, ну там все равно офсайд был. Да блин, я не туда хотел. Ну это, блин, бред. Что я творю? Ой, блин. Фу. Да нормально! Разыгрывать будет.
Блин. Ну вот, блин. Что за отскоки такие вообще? Никуда. Ну, прикольно. Да ну что? Блин. Ну да. ГГ. Да, блин, что я творю? Прикольно. Да ну блин, ну это просто какой-то бред. То ли пинг, то ли чё вообще. Это вязкая игра. Ну, блять, конечно. Ну, ГГ. Прикольно, не туда вообще собирался пас отдавать. Да не туда, блядь! А это, блин, не бегает ни хрена. Ладно, бездря, в общем. Привет, 0-4 на кубке фиферов.
куда, блядь? Да ну что за хуйня? Я уже так мяч катаю. Ну, что я могу сказать? Не готов я был, наверное, в каком-то плане, но первый блин комом, и надо учиться на своих ошибках. Я допускал очень много ошибок. Во-первых, постараюсь потрениться на слабом коннекте, потому что я всегда, когда в Division Rivals Weekend League играю, ищу коннект там типа пинг 18-22. Редко играю на 28-30, а тут, видите, 4 полоски было. Надо подготовиться к остальным матчам. Ни в коем случае я... Ну, я расстроен, конечно, но не то чтобы очень сильно. Ожидаемо все-таки Станос хороший игрок. Он мне показал много интересного. Ну, то есть я примерно понимаю, что мне нужно потянуть, прекратить вот эти выпады защитников. Но это у меня старая тема. Я когда вообще начинал играть, это было вообще без конца. Сейчас я хотя бы как-то начинаю лучше в этом плане контролировать. Многие мои подписчики и зрители на Твиче и на Ютубе это замечали. Надо просто собраться и... Главное не переживать и не нервничать, потому что я что-то на нервяках вообще матч провел. Надо, знаете, вот прям как сел просто в Weekend League Division Rivals и налегке... На позитивчике играть. И сорян тем, кто меня поддерживает, и те, кто ждали от меня результата какого-то. Обязательно постараюсь исправиться. Ни в коем случае не хочу закончить 0-4. Буду биться изо всех сил. Посмотрим. Все может быть. Конечно, если 0-4 будет, расстроюсь, но... Вынесу все равно из этого урок. Главное учиться на своих ошибках и на чужих. Но в данном случае нужно учиться именно на своих. Вот как-то так. Ждите в скором времени нового матча. С вами был Финаргот и до скорых встреч.